Черный носорог – это вид африканского слона, обитатель сухих ландшафтов. Имеет массивное тело. Морду носорога украшают два рога. Чаще всего длина переднего, самого большого рога, составляет от 40 до 60 сантиметров. Однако встречаются экземпляры у белых носорогов с более чем полутораметровыми рогами, хотя это большая редкость. Все носороги имеют плохое зрение и уже на расстоянии 50 метров не различают практически ничего. Но зато природа наделила этих млекопитающих прекрасным нюхом, благодаря которому эти травоядные отыскивают необходимые им растения, а также находят путь, ведущий на водопой.